Прикручивание памятной информационной таблички к заложенному килю – обязательная процедура, с которой начинается строительство будущего корабля. На самарском предприятии приступают к возведению пассажирского судна проекта PV-20S класса «Море». Его длина будет почти 30 метров, ширина чуть больше 7. Со скоростью 18,5 километров в час этот корабль в будущем будет ходить у берегов Черного моря, флот которого нуждается в обновлении. Вы знаете, их вообще нету. Просто сегодня флот настолько уже устаревший, потому что строительство таких судов – это сегодня начало большого пути, я считаю, что именно в судостроении пассажирского флота. Судно такого класса станет уже третьим, которое построят на самарском предприятии. Первые два также отправятся на Черноморское побережье. Кроме того, здесь продолжают строить и речные корабли – баржи, нефтеналивные суда и сухогрузы. За эти годы предприятие доказало, что это уже судостроительная верфь, но еще и за этот, по сути дела, не очень большой срок сделало, на мой взгляд, еще более невероятное, то есть расширив свою, скажем так, продуктовую линейку, и имеет возможность в своем арсенале делать, скажем так, суда разного класса. Закладка киля – это первый этап строительства судна. Достраивать корабль будут, когда его уже спустят на воду, а затем через год корабль своим ходом отправится к заказчику. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.